Новой мерой оптимизации работы медсанчасти стало открытие колл-центра на базе одного из отделений больницы. Это сделано для разгрузки телефонной линии в регистратуре. С началом пандемии наплыв звонков там увеличился в разы, и специалисты просто не успевали оперативно реагировать на них. Алло, добрый день. Вас беспокоит из медсанчасти 135. У вас пришел отрицательный мазок. Вам надо закрыть больничный, выйти на работу. В кабинете врача-физиотерапевта теперь не умолкает телефон. Уже как несколько дней здесь расположен так называемый коронавирусный колл-центр. В роли оператора – три врача. На каждого не менее 30 звонков в день. Обзваниваем по спискам, у кого какие тесты пришли положительные, отрицательные. И также звоним, кому приедут маски на данный день брать. Ну, нагрузка приличная. А вам много звонят? Много звонят больные, да. Как какие-то неясные ситуации, куда идти, где больничные закрывать. Колл-центр – это новая мера медсанчасти Десногорска по оптимизации работы с населением. С наступлением пандемии телефон регистратуры не справлялся с потоком звонков. Ситуация ухудшилась сезоном ОРВИ. Пациенты жалуются, обращаются к нам, что не могут дозвониться, не могут никуда попасть, что звонят часами. С этой целью и создан колл-центр, куда привлечены медицинские сестры с физиоотделения. Физиоотделение временно сейчас не работает. Они втроем сами обзванивают всех пациентов, кому нужно прийти на прием к врачу, которые находятся на карантине, у которых положительные тесты, либо же отвечают на телефонные звонки и на вопросы пациентов. Телефоны горячей линии вы можете видеть на своих экранах. Колл-центр будет работать до тех пор, пока это будет необходимо. График приема звонков с 8 утра до 16:00.